Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков продолжает инспекцию районов. Накануне он побывал в Дзержинском, второй в списке Фрунзенский. Городначальник посетил его сегодня. Вместе с Волковым в микроавтобусе ехала моя коллега Алена Стецук. Она расскажет о планах главы города по развитию района. В 8 утра автобус от мэрии отправляется в путь. Пассажиры – новый глава города, его замы, руководство департаментов и управлений и глава администрации. Андрей Удальцов сегодня в роли экскурсовода. С левой стороны как раз вот у нас находится радиус работы. Первая остановка – новый детский сад на Чернопрудной. Владимир Волков познакомился с сотрудниками дошкольного учреждения, осмотрел его территорию. Дальше по маршруту – парк судостроителей. Здесь уже возникли конкретные поручения. Пешеходные зоны есть только в некоторых частях парка, а жителям хотелось бы, чтобы они огибали весь пруд. Показали новому градоначальнику не только жилой массив района и соцсферу, но и промышленные зоны, в частности технопарк. Владимир Волков отметил большой потенциал района. Территории для развития перспективного есть, ее много, это и жилье, это и промышленные предприятия. Но в первую очередь мы обращаем внимание на то, чтобы комфортное проживание жителей на территории, акцент должен идти в первую очередь. Будем входить во все программы, и все, что будет выделяться из федерального бюджета, из регионального, также будем софинансировать из городского. Впереди у градоначальника объезд оставшихся 4 районов Ярославля. Алена Стецук, Максим Сушанов, новости города.